Особый порядок судебных приставов за совершение административного правонарушения теперь нельзя привлечь к административной ответственности, только к дисциплинарной. Это может быть, например, замечание или выговор. То есть сотрудник прокуратуры пишет предписание, а работодатель провинившегося представителя правоохранительных органов уже определяет, какой вид наказания применить. Судебные приставы являются сотрудниками органов принудительного исполнения. За нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан должностные лица органов принудительного исполнения несут дисциплинарную ответственность. Обо всех других изменениях и разъяснениях вы можете узнать, если поймаете волну 104.2 FM радиостанции «Брежнев FM». Ежедневно в передаче «Слово прокурору» сотрудники надзорного ведомства рассказывают о самых значимых событиях, нововведениях и много разной полезной информации.